подчеркнуть значимость. Первая вот Камчатка в порядке этого портала. Нам, я еще раз повторяю, необходимо всем работать в открытом режиме. Мне приходит, наверное, тысячи обращений в день. Вот. Понятно, что в ручном режиме с ними справиться невозможно, но в то же время мы должны эту работу выстроить, потому что это нужно людям. То, что мы работаем для того, чтобы наши жители понимали, что мы делаем, как мы делаем и зачем. Поэтому это приоритетная задача, прошу к ней таким образом относиться. И в части закрепления должностных лиц, и в части организации этой работы. От того, насколько качественно мы построим эту работу, нам же самим потом будет удобнее двигаться и с гражданами, с нашими выстраивать прямую связь. А что касается просрочек и нарушений сроков, у меня просьба, Сергей Викторович, проанализировать и по должностным лицам, которые неоднократно допускают, вносить предложение по дисциплинарной ответственности, предусмотренной у нас.